Всем доброе утро, мои хорошие. Ну вот и наступил новый день и новый влог. В общем, жду я сейчас своего мастера по педикюру. Она приходит ко мне домой, ну и ко мне, к моим подругам. Это наша знакомая мастер, поэтому она приходит домой. Это очень удобно. Я сейчас за полчаса должна уже сесть в тазик и отпаривать ноги, чтобы не задерживать ее. А уже осталось 15 минут. В общем, прыгаю в тазик. Вот так выглядит укромное местечко, где я сижу. Ну, я сижу по-королевски, конечно, здорово. Я отдыхаю, я могу смотреть телевизор. В общем, ну, поболтать мы любим еще о том, о сём. И вот уже приготовила тазик. Кофе себе поставила, лампу. Кстати, вот такой вот цвет лака я выбрала. Ну, ничего так, нормально, он такой нейтральный цвет. И, в общем, мне он нравится. Теперь я включу телевизор и прыгаю в тазик быстренько. Хотя у меня, собственно говоря, все под рукой. И телефон под рукой. И пульт под рукой. В общем, села. Все. Жду. Вообще, раньше делала педикюр я сама себе. Но пока у меня зрение еще более-менее позволяло. И как-то спина не особо, да? В общем, сама себе делала. Ну, делала как? Как-нибудь, как получится. Я ж не мастер, в общем, так. Подстригла там, подпилила что-то там по этими, не щеткой, а такой вот пилка у меня хорошая, двухсторонняя есть. Подпилила пятки, в общем, нормально. А один раз я где-то вот уголки, там, где вот ногти, уголки, где-то я там что-то, видно, ну, резанула не так или что. У меня начал ноготь нарывать. Я пошла когда к врачу, она мне сказала там мазь Вишневского, по-моему, мазать. Ну, в общем, короче, я когда вылечила, очень болел палец, прямо пух и не знаю что. И она мне сказала, вы когда вылечите палец, пойдите к мастеру и пусть вам хорошо все повырезает, потому что вы там что-то не дорезали. И все. Я тогда вызвала ее, но она ходила к моим соседкам, к моим подругам, в общем, ну, знакомым. И, в общем, она мне сделала один раз, мне понравилось, как она делает. И, в общем-то, цена приемлемая, недорого берет. И с тех пор я ее уже вызываю. Вот она 2 года уже ко мне ходит. Какие 2 года? Уже больше. Ну, я ее знаю много лет уже, просто я знаю, что она к моим подругам, соседям ходит. Но ко мне вот она пришла и осталась. Так что я ее сейчас жду, она вот-вот появится. Она всегда пунктуальна. С ней заранее договариваемся, записываемся, и она приходит. Ну все, потом уже, когда сделаю педикюр, тогда уже покажу вам, что получилось. Ну вот, педикюрчик сделали, ноготульки накрасили. Теперь сейчас подсохнет немножко лак. И посмотрим, что я буду делать дальше. Все повырезала, все аккуратненько сделала. Такая молодец. Девочки, с утра у меня открыта форточка. Батарею я вчера выключила. А в комнате у меня 26 градусов. В общем, короче, тепло. Тепло. Батарею уже выключила. Ну, жарко. С батареей жарко. Девочки, ну вот я достала свой пылесос. Кто-то спрашивал у меня, какой пылесос у меня и какой вообще лучше купить. Пылесосу я вам хочу сказать уже сколько? 7 лет. Вообще вот эта модель появилась у нас на рынке в конце 2012 года. Ну, в магазинах они уже появились где-то, наверное, в январе, феврале 2013 года. И где-то полгода, наверное, я продавала эти модели. Люди приходили, спрашивали еще такие модели. Я у них спрашивала отзывы. И приобрела себе вот этот пылесос, которому уже 7 лет. Пылесос очень хороший, очень удобный. Но он там у меня сейчас грязненький. Вообще он стоит у меня в кладовке. И я мою его, не, конечно же, не после каждой уборки. Но где-то я его обслуживаю примерно раз в полгода. Там мою фильтр моторный. Ну, покажу вам потом. Сейчас мне нужно пропылесосить. Он очень тихо работает и, в общем, очень хорошо фильтрует воздух. Такой для аллергиков подходит. Ну, меня он очень-очень устраивает, мне он очень нравится. Ладно, надо чуть-чуть пропылесосить. Я сейчас немножечко включу его, чтобы вы могли услышать вообще как бы его работу.
Ну, здесь я вот мощность поставила вот на ковер, на середину. Самая минимальная здесь, максимальная здесь. Вот у меня на середине стоит, я его включаю. Мы слышим вообще поток воздуха, а вообще сам пылесос его не слышим практически. Ну вот у меня тут немножко мусора. Раз и раз. Все, абсолютно чисто. Очень хорошо тянет. Вообще на всю мощность я включаю его очень редко. Обычно на серединке у меня стоит, и он прекрасно, очень хорошо справляется с уборкой. Ладно, сейчас я поубираю и потом продолжу. В общем, решила я вас ознакомить со своим вот этим вот пылесосом поближе. Я его сейчас поставила на клееночку поближе к окошку, чтобы все было хорошо видно, потому что я хочу его открыть, показать вам фильтры и все, что там внутри содержимое. И вообще, как это все работает. Ну, я выключила из сети шнур. Шнур сматывается автоматически. Длина шнура 8 метров, но это от розетки до насадки. То есть 7 там с лишним метров сам шнур. Вот. Ну, если вы хотите его вытянуть, вы его просто вытянули и зафиксировался он сам сразу. А когда вам нужно его смотать, здесь автосмотка идет. Вы просто дернули и пошел он сматываться. Все. Пылесос называется RAN. RAN. Очень хорошая технология. Так, ну мы сейчас вытащим провод. Еще я вам сейчас покажу, какие насадки у меня тут в наборе есть. Помимо насадки пол-ковер, здесь еще есть вот щелевая короткая, щелевая длинная. Это если в какие-то щели, там батареи или под диваном залезть надо. Для корпусной мебели, вернее, то для мягкой мебели, а вот это для корпусной мебели с щеточкой. Также клавиатуру можно на ноутбуке попылесосить. И вот эта насадка для сверления, но сейчас я в комплекте не вижу, есть они или нету, но в таком пылесосе его вообще что-то я не вижу в интернете. А в других, другого цвета есть RAN, но там вообще половина этих насадок нету. Там только обычный набор, это полковер, идет щелевая и для мягкой мебели. Вот это обычный набор. Но эту насадку, если что, можно заказать. Я даже один раз сделала из пластиковой бутылки, наискосок отрезала и одела. Один раз мне сверлили вот отверстие, я попробовала, через насадку сверлили, и все всасывалось в пылесос. Это очень удобно, вообще ни пылинки нигде не было. Классная насадка, здоровская. Вот, ну а вот это обычная насадка полковер, но они, знаете, бывают все-таки разные. На разных пылесосах разные. Ну, вот это нормальная. Вот она нагинается, да, прилегает хорошо к полу. Здесь переключатель, щетка. Щетка выдвигается, нажимаете, щетка удаляется. Кстати, ошибочное мнение бывает у некоторых, даже консультантов и у людей, у большинства. Щетку вы выдвигаете тогда, когда выходите на твердую поверхность. Когда идете вы пылесосить ковер, то вот эта вот поверхность, она прилегает к ковру. Вот это вот такие вот шершавые, как покрытие чуть-чуть. А с ковра удаляет там ворсинки, волосинки. А здесь вот вы видите, вот такая вот щелочка, да. То есть идет хорошее плотное прилегание к ковру. Эта щелочка засасывает воздух, и получается, что у вас хорошо пылесосится пыль. Если вы вот в таком же положении, когда щетинки нет, выходите на пол, то у вас тогда сама щетка, она присасывается к полу и не двигается никуда. Для пола нужно выдвигать щетинки. Вот немножечко я просто просветила вас в этом плане. Ну что, давайте дальше приступим к пылесосу. Ну еще за шланг я хочу сказать. Шланг очень прочный, шланги вот эти не ломаются. Вот такие вот, хоть в узел его завязывай, ничего ему не будет. Это очень хороший материал. Ну, а теперь приступим к корпусу. Дальше что? Я открываю контейнер. Пылесос у меня грязненький. Сейчас мы за ним будем ухаживать. Контейнер вот, он... Его сейчас плохо видно, но там вот есть пыль. Ладно, сейчас открою уже. Я тут расстелила клееночку. Вот она, пыль, вся грязь. Ну, я высыпаю это в пакет,
Если у кого-то аллергия, вот люди как-то спрашивали, можно просто налить сюда водичку и вот это все вылить в унитаз. Пойду я сейчас высыплю этот мусор. Так, ну что тут дальше? Значит, самое главное, то, что нужно мыть, ну и мыть примерно, я не знаю, я этот фильтр мою. Ну, вообще рекомендуется раз в полгода мыть, если вы прямо часто очень пылесосите, да? Вот этот вот моторный фильтр находится здесь. В него попадает мелкая пыль. Но обратите внимание, что мотор, вот это вот отверстие, куда попадает дальше воздух, здесь совершенно чисто. Вот я протираю пальчиками, здесь чисто. В мотор пыль не попадает, потому что вот этот вот фильтр очень хорошо защищает. Вот эта губка, она собирает мелкую пыль, а внизу есть микросан, который не пропускает эту мелкую пыль дальше в мотор. Вот это все моется, губка вынимается, все это моется. Я сейчас помою и потом уже вам в чистом виде это покажу, как будет выглядеть. И, кстати, крышка, вот это для безопасности самого пылесоса, она не закрывается, когда там нету вот этого фильтра. Для того, чтобы вы случайно не включили пылесос и не начали пылесосить, иначе сразу же мотор забьется пылью. Поэтому, когда нету фильтра, крышка эта не закрывается. Все, это такая вот, видите, конструкция. Что еще здесь есть? Вот это вот уже над контейнером, когда контейнер находится внизу, здесь находится как раз вот эта турбина, которая вращает воздушный поток. Во многих пылесосах вот эта турбина, она находится внутри контейнера, и это, во-первых, не очень хороший воздушный поток, не очень большая скорость всасывания, и неудобно мыть, да? А здесь этого нету. Некоторые конкуренты, когда продают этот пылесос, они открывают вот это турбину. Она открывается, кстати, очень плотно закрывается. Вот крышечку надо помыть. Я ее, в принципе, никогда не мыла. Здесь вот есть такой вот фильтр, очень-очень мелкий. Он такой, гладкая поверхность у него. Здесь 0,01 миллиметра. Вот такие вот мелкие-мелкие отверстия. Этот фильтр я мыла за все время, ну, может быть, раза два и то, просто так, чтобы помыть. Потому что там очень большая скорость идет вращение. Около 180 км в час, вот такая большая скорость, она моментально просто сбрасывает в контейнер всю пыль и весь мусор. И уже, знаете, центробежная сила внутри, уже мусор не вращается практически, воздух всасывается через этот фильтр, и уже очищенный проходит дальше, и он уже поступает туда, к этому моторному фильтру, который собирает вот эту мелкую пыль, собирает ее очень долго, поэтому часто мыть не нужно. При том, что этот фильтр рассчитан на весь срок службы, его не нужно менять. То есть за 7 лет, ну сколько раз там я его мыла, мыть, ну мою я аккуратно, просто опускаю водичку в тазик с водичкой и как губку обычно выполаскиваю. Это просто губка, вот видите, да? А микросан, он под струю воды выполаскивается. И все, тоже очень хорошо защита идет мотор, очень хорошо защищает мотор. Дальше, если я не знаю, заглянуть туда, попробуем заглянуть, если получится, то там внутри уже ничего нет. Сейчас я поверну так к свету. Ой, разобрали, так разобрали уж пылесос прямо. Все показываю. Но где вам еще покажут это все? Ну вот, вы увидели, что там ничего нет. То есть вот эта вот она, конечно, была прозрачная, пока новая. Сейчас она такая заматировалась чуть-чуть, поверхность. Все. Ну, помыли, дали хорошо просохнуть. Фильтрам нужно всегда дать хорошо просохнуть. Влажный фильтр ни в коем случае нельзя ставить, иначе он сразу забьется мелкой пылью и перестанет дышать. Обычно фильтры сушат в комнатной температуре примерно сутки, 24 часа. А если это зима или повышенная влажность, то лучше тогда подольше, там можно двое суток. Пропылесосили, убрали, потом до следующего, скажем, до следующей уборки, пускай он сохнет. Все, это я могу закрыть. Еще некоторые конкуренты, я помню, у нас в магазине открывали вот этот вот, вот эту боковинку. Здесь, в этой боковинке, находится тоненький такой поролончик. Сейчас я попробую открыть. Вообще никогда не открываю. Я сюда никогда не залазю. Здесь есть тоненький поролончик.
И они говорят, что это тоже фильтр, тоже нужно мыть. Ну, в принципе, его можно помыть иногда, там, я не знаю, изредка. Но никаким образом он не влияет на пыль в комнате, потому что это вообще вот шумоизоляция. Здесь такой вот тоненький поролончик. Да, я его, кстати, помою заодно, раз уже сняла. И он работает в качестве шумоизолятора, чтобы вот эти звуки пылесоса, чтобы они не шумели. Но вообще вот сюда залазить и здесь мыть, ну, нет необходимости в принципе. Это ни на что не влияет. Крышка фиксируется, поэтому она с таким вот звуком и закрывается. С фиксатора снимается, со звуком закрывается. Здесь прорезиненные колеса. Пылесос едет плавно, он не дребезжит, если по ламинату или по паркету будет ехать тихонечко, ничего не царапать. Ну и здесь сзади есть HEPA-фильтр, HEPA-14. Это очень высокая фильтрация, это для аллергиков. И этот фильтр моющийся. Вот здесь вот нарисованы ручки. Вот, видите, ручки с тазиком. Это моющийся фильтр. Он тоже на весь срок службы. Но в инструкции пишут, его рекомендуется мыть раз в году. Хочу вам сказать, нет необходимости так часто мыть, но я за 7 лет его мыла всего 2 или 3 раза. Ну, раз в 2 года можно его помыть. В принципе, его ополаскивайте под струей воды, и тоже он должен как следует просохнуть. Но он не забивается пылью. То, что он темный, это уже то, что... С моторных щеток вот летит вот это, там же угольные щетки, поэтому вот это вот мелкое, что с моторных щеток летит, оно просто попадает туда, и поэтому он становится темным. Но это не пыль, и он никак ничем не забивается, прекрасно дышит, мотор не нагревается, все. Ну и то, что находится вот здесь, это шумоизоляция. Она не, ну, в принципе, вытащить можно, но я не хочу. Вот эта меламиновая пена, она как шумоизоляция, тоже шумоподавление, имеет такую функцию. Видите, она не запыленная, ничего, она тоже никак не влияет ни на что, и трогать ее, и мыть не нужно. Это не фильтр. Ну и все, в общем-то, я вам показала все фильтры, помою я их и покажу вам уже потом все это в чистом виде, как это выглядит. Здесь, кстати, все защелкивается. Если вы обратите внимание, все стыки прорезиненные, буквально все стыки прорезиненные, все защелкивается. Здесь очень хорошо запирается пыль, если даже из пылесоса могло бы чтобы что-нибудь куда-нибудь выходить. Вот тут тоже прорезиненные стыки, и тоже здесь все плотно закрывается. И везде, где только что-то где-то как-то закрывается, везде имеет прорезиненные стыки. Вот, везде-везде, по всем контурам. Поэтому этот пылесос одобрен всеми разными инстанциями, какими только можно. И он подходит для аллергиков, он подходит для медицинских учреждений, там, для детских учреждений. Вот такая вот замечательная модель. Да, и кстати говоря, здесь еще есть сенсор-контроль. Вот написано сенсор-контроль. Видно, надеюсь, вам. Написано сенсор-контроль. Это что означает? То, что если этот фильтр моторный забился, уже его пора мыть. Здесь загорается лампочка, и вы будете знать, что моторный фильтр пора помыть. Но я его всегда мою заранее, и, в общем, никогда не дожидаюсь, пока эта лампочка загорится. Но это подсказка для тех, кто, может быть, забыл. Хорошее дело. Пошли мыть фильтры. Ну вот я фильтры все сложила в тазик. Единственное, что вот эти вот фильтры, которые... требует все-таки бережного отношения. Это вот этот фильтр Микросан. Поролончик можно в тазике помыть. И вот этот фильтр. Я их помою просто отдельно, помою под краном аккуратненько, чтобы их не повредить. Чтобы они не порвались, ничего, чтобы с ними не сделалось. А остальное просто можно залить водой и просто помыть. Единственное, вот только вот этот вот фильтр нужно мыть в обратную сторону, не туда, куда пыль летит, она сюда летит. Обратную сторону надо под струей воды, ну, подольше подержать, потому что здесь очень мелкие, такие мелкие-мелкие ячейки, и плохо, пыль это плохо выходит оттуда. Но все равно лучше подольше помыть,
чем менять его. У меня он служит, и еще, я думаю, послужит долго. Хотя, если кому-то вот этим возиться не хочется, можно пойти купить новый фильтр. Не знаю, сколько он стоит. И вот это тоже мелкая-мелкая фильтрация, тоже в обратном направлении, под строй воды, тоже надо вот так вот промыть. И все. Остальное все прекрасно отдает пыль в тазике с водой. Ну все, фильтрик чистый. Ну, теперь я их поставлю сушить все. Ну вот, все фильтры я помыла, дам им просохнуть. Ну, еще раз хочу повторить, что вот этот вот фильтр моторный, вот, эта губка, вот она как выглядит, обычная поролон. Вот его рекомендуется мыть раз в полгода, но я мою раз в год, ну, как раз вот когда теплый сезон, чтобы она высохла хорошо. Так бы я летом помыла, сейчас помыла пораньше, потому что хотела вам уже показать уход за этим пылесосом. Вот эта шумоизоляция, ее мыть не нужно. Я помыла ее первый раз за 7 лет. Ну вот она стала чистая, тоненький такой поролончик, шумоизоляция. Все, это сбоку, это не нужно вообще мыть. Вот этот фильтр, ну его мыть по необходимости, ну необходимость, если вы просто убираете обычную домашнюю уборку, а больше не рекомендуется пылесосом как бы ничего там особо убирать. Он не забивается, он может там немножко, где-то в уголочках, там чуть-чуть позакрыться, но все равно хорошо тянет. Поэтому тоже за все время, ну, я его два раза мыла, вот это, наверное, третий. Ну, крышечку заодно помыла чистенько теперь. Вот, ну и контейнер, так как здесь в контейнере нету вот этой вот турбины, которая тянет пыль, которая забивается периодически, поэтому контейнер можете мыть, когда хотите, можете его вообще не мыть, он просто закрывается, при том, что видите, на крышке вот здесь прорезиненные стыки. Вот это вот прорезиненные стыки, вот все это очень плотно закрывается. Закрыли, и пыль запирается, никуда она отсюда не девается, все. Вот, так что раз в полгода моторный фильтр помыть, раз в год или раз в два года, я обычно говорю раз в два года, помыть этот HEPA-фильтр, но я его сейчас не стала мыть, его не нужно пока мыть. И весь уход за этим пылесосом особого труда никакого не составляет. Зато пылесосик работает долго, он вообще до долгих лет ему жизни бы еще. Я просто этот пылесос обожаю за то, что я же сказала, он и тихий, он и мощный, мощность не теряется, ничего. И все везде тихо вот работает и не шумит. Я могу пылесосить ночью, даже соседи не слышат. Хотя у нас слышимость через стены очень хорошая. Даже соседи, когда там громко разговаривают, мне хорошо слышно. А пылесос мой они не слышат, когда я ночами его включаю. Если у меня бессонница, я решила убрать. Поэтому какой пылесос вам выбрать? Иногда вы спрашиваете у меня совета. Ну вот я вам говорю, вот я выбрала такой пылесос и не жалею. И, наверное, другой бы пылесос я бы и не хотела никакой выбирать, потому что, ну, сейчас красного цвета нету, синего цвета. Я видела там на одном сайте по акции он стоит 8990, а вообще без акции цена примерно 13,5-14 тысяч у такого пылесоса сейчас. Но красный вот с такой комплектацией насадок, наверное, может быть, уже и не найти, я не знаю. Но можно купить синий, можно купить черный голд. Там просто будет другая комплектация насадок, но тоже там будет HEPA 14. И точно такая же конструкция, такие же точно фильтры. И размер, и вес. Вес у него 5800 он весит, этот пылесос. Но RAN отличается тем, что здесь вот эта ручка, за эту ручку можно переносить. Можно также переносить за ручку контейнера. Когда контейнер защелкивается, вот это вот вертикально он стоит, и это, за эту ручку можно тоже переносить. Еще похожий по размеру такой же внешности есть Relay, но раньше он был точно, сейчас я не знаю, не смотрела в интернете. Но Relay только вот за эту ручку переносится. Это отличие еще в том, нету вот этой ручки, там мощность пониже, здесь 2200, там 2000 мощность, и там HEPA 12 сменный стоит, не моющийся. То есть фильтрация идет чуть-чуть меньше, но его просто нужно будет менять периодически все. А так-то, в принципе, он такой же и такой же тихий, и такая же конструкция, также запирается пыль везде. Ну, обычно он у нас стоил дешевле, там 1000 на 2, тогда, когда он был в продаже, когда я работала еще в видео и продавала вот эти пылесосы.
Мои дорогие, те, кто видели обзор вот этого пылесоса еще год назад, когда я его показывала, ну, в принципе, я тогда не делала уход за пылесосом, просто такой кратенький обзор. И в том видео я делала обзор вообще на всю свою бытовую технику, которая у меня в квартире имеется. А сейчас я просто вам более подробно про этот пылесос рассказала, потому что пылесос действительно достойный, стоит он того. И заодно уход за пылесосом, как мыть фильтры на пылесосе Ран Буш. Ну а теперь моим фильтрикам дадим просохнуть до завтрашнего дня, пускай они сутки полежат. И завтра, если до моего отъезда, завтра собираюсь к дочке ехать, если до моего отъезда фильтры эти просохнут уже, то я их поставлю на место и покажу вам, в принципе, как они становятся. Может быть, даже попробуем еще пропылесосить. Но это если получится, не обещаю. Ребята, батарея у меня выключена со вчерашнего дня. По прогнозу 15 градусов сегодня обещали, но насколько я вижу, там уже градусов 17-18, да, это в тени, но на солнце там еще жарче. В общем, я форточку закрыла для того, чтобы не шумела улица для съемок, но сейчас я вынуждена ее открыть, потому что мне просто очень уже жарко. Я даже не форточку, прямо окно открою, пусть оно будет открыто у меня целый день. Класс! Ну что, мои хорошие, показала я вам свой любимый пылесосик. И я сейчас подумала, что, наверное, кто-то из вас будет спрашивать меня, какая это модель. Я вам хочу сказать, что я посмотрела в интернете, и именно этой модели ее нет уже как бы. Ну, во-первых, там уже поменялись буквы, цифры. BGS-42234, если я не ошибаюсь, он назывался. Там сейчас какая-то буква У еще вставляется, 42У234. Но там некоторые цифры, они говорят за цвет, например, цвет пылесоса. То есть уже цифры могут отличаться. Вот, но во всяком случае, вот этой модели, вот именно с такой комплектацией, на данный момент написано нет, везде нет в наличии. Не знаю, может быть, его уже как-то стали по-другому именовать или что, но именно такой модели, вот именно будете, если искать, в поисковике не найдете. В любом случае, я вам хочу сказать, если кого-то заинтересовал такой пылесос, и вы такой хотите взять, вы можете просто в поисковике набрать пылесос Bosch Ran. И тогда вам выйдут все пылесосы Ran, какие только есть, там может быть черный, голд, может быть там синий цвет, но другого цвета я, по-моему, уже не видела, синий-черный видела. Вот. Ну, это точно такой же пылесос, с такой же технологией, с такими же фильтрами, в общем, можно брать и все. Другая комплектация насадок, но в любом случае, все эти насадки можно заказать в сервисном центре. Когда вы покупаете какую-то бытовую технику, ну, особенно за Bosch, могу сказать, там есть книжечка, сервисная книжечка, в которой написаны, или в инструкции по эксплуатации, в какой-то книжечке там в конце написан целый перечень, вот именно централизованный сервисный центр, который обслуживает технику, скажем, Bosch и Siemens тоже, в том числе. В каждом городе есть такой централизованный сервис, и там написаны города, и написаны адреса, телефоны этих сервисных центров. Поэтому, ну, например, вот у меня много техники Bosch, и если бы мне нужно было бы что-то ремонтировать, я обращалась бы непосредственно именно в централизованный сервисный центр, где у них непосредственно есть связь с компанией Bosch, где они могут за какие-то детали заказать, какие-то запчасти, аксессуары дополнительные и так далее. Поэтому вот вам такая подсказочка, может быть, кому-то пригодится. Что я сегодня собираюсь делать, хочу вам сказать. Я сегодня второй день нахожусь дома, вчера я приехала сюда. С дочкой предварительно сначала договорились, что, может быть, я сегодня поеду к ней обратно. Ну, мы с ней созвонились, пообщались. И, в общем-то, у меня еще появилась возможность еще один день, одни сутки побыть здесь, пока она будет делать свои дела, я тут поделаю свои дела. Поэтому я решила, что я сегодня буду отдыхать, ничего делать не буду. В общем-то, наготавливать мне нет необходимости. Я посмотрела, там у меня картошка уже начинает увидать, я сейчас картошку пожарю, тем более, что дочка моя на правильном питании, ей жареную картошку есть нельзя. А я сделаю сейчас картошку жареную для себя и спокойно ее поем. Вот, как я ее буду жарить, показывать не буду, обыкновенно на сковороде пожарю. У меня есть солененькие огурчики, у меня есть колбаска, в общем, и поем.
Ну, у меня там еще есть рыба замороженная, вчера купила. Ну, рыбу не знаю, может быть, я и не буду сегодня готовить. Ничего мне не хочется делать, мне хочется тупо поваляться и посмотреть какие-нибудь сериалы. Вот это я сегодня собираюсь сделать. Вот. Ну, а если что-то вдруг интересное у меня созреет, я тогда включусь и вам что-нибудь расскажу интересное. Вот. А может быть, до завтра уже и не включусь. Но вы оставайтесь со мной. Ну, вот мои фильтры, они все высохли. А высохли они раньше, чем я думала, абсолютно сухие. Ну, потому что тепло, жарко. Поэтому я сейчас эти фильтры соберу и поставлю на место. Ну, вот это моторный фильтр. Мы его ставим сюда. Закрыли, защелкнули. Дальше. Сюда я ставлю фильтр конусный. Закрыли, защелкнули. Так, дальше где у нас тот, вот этот фильтр? Это не фильтр, это шумоизоляция. Она у нас стояла вот тут. Так. Неправильно. Вот так. Вот она как раз становится на свое место. И вот эти вот защелки. Все защелкнулось, все на месте стоит. Ну и ставим контейнер. Все, защелкнулся контейнер. Закрываем крышку. Контейнер на месте, на месте. Кстати, когда контейнер защелкивается, вот если убедились, что закрыт, то уже нажимать, не нажимать, контейнер не выходит, не вылазит. Поэтому это уже является ручкой. За эту ручку можно переносить. Ну и можно также за эту ручку переносить. В общем, все. Пылесос у нас собран. Ну и теперь пылесосом можно пользоваться. Но так как я сегодня уже убрала, в общем-то, пылесосить мне сейчас ничего не нужно. Поэтому я уберу его на место до следующего раза. Ну что, мои хорошие, показала я вам свой любимый пылесос. Как всегда, увлеклась. Техника, тема техники вообще для меня любимая тема. Тем более, когда я рассказываю про тот предмет, который хорошо знаю и им пользуюсь уже долгие годы, я очень довольна этим пылесосом. Поэтому, если кого интересует такой пылесос, берите. Ну, мне он очень нравится. Хорошая технология, уникальная, я бы сказала, технология. А если у кого-то такой пылесос уже есть, вот напишите, у кого есть, сколько он у вас уже лет находится, и как вам нравится, что не нравится в этом пылесосе. Ну и, по крайней мере, уход за пылесосом. Где-то, может быть, что-то я рассказала новое, чего вы не знали. Надеюсь, мое видео будет кому-то полезным. Опять я уже наснимала большое время, и поэтому сегодня день второй у меня дома. В общем-то, подошел к концу. И этот влог я хочу закончить для того, чтобы завтра уже начать новый влог. И будут новые дела и новые рассказы. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!